Так, добрый день, продолжаем. Мария Романова, российская императрица, жена Павла I, мать Александра I и Николая I. Мария Федоровна Романова, девичья София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, родилась 25 октября 1759 года в Штеттене. Ее отец, принц Фридрих Евгений Вюртембергский, состоял на прусской службе и лишь под старость сделался владетельным герцогом Вюртембергским. После смерти первой жены российского императора Павла I, 17-летняя принцесса София выходит замуж за наследника престола и принимает православие. Отношения между новой невесткой и царствующей свекровью Екатериной II сразу не сложились, и Мария Федоровна изолирует не только от политики, но и от воспитания родных детей. Отчасти это компенсируется позже, став императрицей в 1796 году. Мария Федоровна возглавляет общество благородных девиц, спустя год назначается начальницей всех воспитательных домов. На этом посту Мария Федоровна много делает для женского образования. Уже при правлении ее сына Александра I она способствует открытию женских учебных заведений во многих российских городах. При Марии Федоровне возраст девочек для поступления в общество благородных девиц был увеличен, и дворянские дети были отделены от простых мещанок. В воспитательных домах императрица постаралась ограничить число младенцев до 500 на каждый дом, а остальных продолжала давать крестьянам, чтобы приучить к трудолюбию и сельскому хозяйству. Также Мария Федоровна разделила классические ремесленные классы и выделила последние в отдельные учебные заведения. Позже она превратилась в Московский государственный технический университет имени Баумана. Интересно, что водная система, соединяющая Волгу с Балтикой, названа Мариинской в честь Марии Федоровны, в связи с тем, что при строительстве этой системы деньги частично были выделены из фонда воспитательных домов. Императрица Мария Федоровна Романова умерла 24 октября, 5 ноября 1828 года, в Павловске. Все, благодарю за внимание.